Сегодня ну, получается 7-8. 7 она еще была под калиткой, а потом уже вечером уже во дворе было. Вчера вот это вот полностью до сюда дошла, больше не шла. Получается, через скалу тоже можно пройти. Муж послал лестницу и через скалу прорыл ступеньки, чтобы можно было выйти, воды набрать, потому что питьевой воды как нету. Мы набираем воду, ходим в питьевую баку. Вечером, в тот же день, только вечером, уже начало подниматься. Мне метров на 100, это на глазах было, а потом пошло. Дорога и по левую, по правую сторону находится, кто у кого домик, у кого будочка. Ну, относительно нормально. По сравнению с Херсоном, то у нас все красиво. Ну, ходим, правда, по колено в воде, ничего страшного. Нет. В гараж вода зашла, кому в дом зашла, ну, по-разному. Кто выше, кто ниже, кто как умудрился построить. Приостановилась. Где-то сантиметра на 2-3 точно ушла. Это я по своему гаражу ориентируюсь. То есть вчера еще была вода прямо в гараже, а сегодня уже она ушла с гаража. Соответственно, ну так оно зрительно незаметно, но если какую-то метку берешь за базу, то ты понимаешь, что она уходит.